Сербию. И вот как раз выдалась такая возможность. И у меня получилось так, что есть работа. Работа начиналась у меня в Белграде. Из Белграда я должен буду проехать по всей стране, по интересным местам, по различным закоулкам, горам, местам силы и так далее. Но вот я сразу, первый мой день, это доехать из Варны до Белграда. Это около 900 километров. Ехал я через Пловдив и, так скажем, немного задержался на границе. Открыли там новые участки дорог, автобан шикарный сделали в Сербии. И, в принципе, валил. Где-то там к 6-7 часам вечера я оказался в Белграде. Соответственно, парканулся в отеле практически, в котором я всегда останавливаюсь, в центре. И, естественно, надо было куда-то сходить, не только покушать, но немножко выпить и, естественно, походить, погулять по центру города. В городе много сейчас новых заведений открылось, соответственно, неплохо бы в них, конечно, и зайти и посмотреть все это дело. Улицы выглядят так же, как у нас, темно, страшно, народ сидит по кабакам, пьет, бухает, в принципе. И я тоже сама сейчас буду делать. Официант узнал, что я русский, предложил мне ракию, но я не буду отказываться. Вот мои помидорчики, лескавица, хлебушек и ракийка. Все как надо. Курят везде. Там девчоночки сидят. Курят. Здесь рядом все курят во всем заведении. Везде сидят люди, пьют, едят. Бабушки, дедушки, все дети на фонарях. Что делает на фонарях, никто не знает. Как вам, а? Красота, смерть капитализма. Вот такой домик. Думаете, это домик? Нарисованный. Кошки настоящие. Нарисован четко. Что сказать? И сказать нечего. Итак, мы вышли сейчас на площадь республики. Здесь находится именно тот самый мужик на коне, князь Михаил. И это место известное во всем Белграде.
Здесь люди назначают встречи, назначают не у князя Михаила встречу, а у коня. Все делают селфики с мужиком на коне. И я сделаю. Раньше на том месте, где сейчас находится этот прекрасный театр, находились Стамбульские ворота. Место зловещее, неоднозначное и страшное. Это место казни, это было лобное место. Утро. Иду на завтрак. Все как надо, сейчас попробуем. Если вштырит, то думаю вштырит. Вот он, Дариан Грей. Заказал английский завтрак, посмотрим, что такое английский завтрак. С утра бесит количество курящих людей, особенно в заведении, особенно где рядом завтрак. Это то, о чем я думаю. Облепиха. И никто не собирает. А вот это я прохожу мимо белградского зоопарка. Зоопарк крутейший, конечно. Если вы с детьми, стоит посетить. Калимигдан. Крепость, крепость. Ресторан называется «Зачет». Вот здесь вот сиди, смотри вниз, кайфуй, получай удовольствие. А вот это что у нас? Вот так вот сюда лезли всякие захватчики, получали по голове, естественно. Но несмотря на то, что они получали, город был про баяню, был взят 40 раз или 38 и разрушен, и снова восстановлен, и такой красавчик. Уникальные архитекторы просчитали все. Вот как раз слияние таких маленьких речек двух. Сейчас подойдем к этому слиянию. Панорама с панорамной площадки. Ну что, механики и водители есть? Чтоб технику эту завести, а? Ага, вот, блядь, подсекает. За секретными технологиями. Сейчас, через неделю, выйдет новая тачка. Чувачила идет и говорит: да-да, я на таком как раз вот воевал, блядь. Лошади ходи, скажи. Это кафе «Знак вопроса» считается самым старым и самым известным в Белграде.
рядом с церковью Святого Марка находится маленький крохотный храм Святой Троицы, или как его еще называют, Русская Церковь, построенная в 24-м году для Белой Мигранта. Осветил ее еще сам барон Врангель. Здесь он и захоронен. Храм Святого Саввы – самый большой православный храм на Балканах. Находясь в Белграде, обязательно посетите район Земуна. Когда-то Земун был городком Австро-Венгерской империи. Сейчас это район Белграда со своими старыми улочками, домами, церквями, массой рыбных ресторанчиков, находящихся на променаде вдоль Дуная. Также есть тут еще одна из достопримечательностей. Это башня Гардаш, построена в 19 веке. С нее открывается прекрасная панорама не только города, но и реки и окрестных холмов.